Всем привет! Меня зовут Леся, и вы на канале Леся Китчен. Мы с вами приготовим новогоднюю закуску, очень простую, в виде заек. Давайте приступим. Для закуски нам потребуются крабовые палочки, яйцо, сыр твердый, чесночок. Чеснок не весь, буквально один зубчик. Также маслиночки и еще немножко помидора для украшения. На такой терочке трем крабовые палочки. Если крабовые палочки будут подморожены, то они натрутся получше. Крабовые палочки натерли. Теперь сюда же будем тереть яйцо и желток, и белок все вместе. Вмещаем в миску, где будем смешивать ингредиенты. Потрем зубчик чеснока и к чесноку добавим сыр. Также будем тереть на этой же терочке. Сыр перемещаем к крабовым палочкам, заправляем майонезом, хорошо перемешиваем, чтобы все ингредиенты соединились. Предлагаю сразу нам из сыра сделать ушки заячьи. Сыр тоненько нарежем и произвольно будем вырезать ушки. Ну, например, вот так вот и оп. И оп. Так, вот они ушки. И так вот столько нам потребуется ушек, сколько у нас, собственно говоря, и будет. Так. И будет зайчиков. Слишком длинные ушки не будем делать. Ушки готовы. Теперь из маслинок сделаем глазки. И теперь из помидорки сделаем носики. Нам нужно вырезать треугольнички. Треугольнички — это будут наши носики. Чтобы зайчиков удобно было брать порционно, предлагаю их разместить на крекеры. Берем нашу смесь и катаем овальчик. Так, получилось. Все вот таким вот образом. Это и будет наш зайчик. Зайчика устанавливаем на крекер. Продолжаем со следующим. Старайтесь, чтобы были примерно одинаковые. Заготовочки для зайчиков у нас получились. Теперь делаем зайчику носик. Вот, глазки. Глазки. И ушки. Так, друзья, у наших зайчиков есть ушки, глазки, носик, но не хватает зелени. Поэтому я предлагаю застелить нашу тарелочку листовым салатиком. И таким образом зайки у нас будут на полянке. Вот милые ушастые зайчатки у нас получились. Возьмите идею себе для праздничного стола.